мои покупки в магазине Fix Price в июле этого года, 2014-го. Вот. Мне понравились там вот такие тарелки, формы их и очень сдержанная краска. Вот купила себе такие, ну, естественно, это на каждый день. Тарелки бьются систематически. Вот она. Очень приятная. Вот. И я их несколько штук купила. Вот такая тарелка. Вот такие. Это уже поглубже. Тарелка с такими красивыми маками. Вот тоже с маками. Вот с таким рисунком. Тоже она поглубже. Вот купила для первых блюд тарелку. Но не в тон тем, которые мелкие. Вот с таким рисунком. Вот каждая тарелка по 39 рублей. Вот еще одна такая. Купила себе вот такую нарядную тарелочку. Приятно на ней будет что-то, чем-то позавтракать. И вот еще одна в таком народном стиле. Почти хохлома. Красивый рисунок. Вот такую мисочку приобрела. Ну, это для завтраков. Хлопья там с ягодами, с молоком. Небольшая такая, симпатичная, с апельсинами. Вот там же купила бамбуковую разделочную досочку. Вот она. Тоненькая, маленькая, аккуратненькая. Регулярно покупаю там вот такие бумажные полотенца двухслойные. Вот. Они тут с выдавленным рисунком. Вот для кухни. Постоянно ими пользуюсь. Хорошо впитывают жир. Вот тут их два. Два полотенца. Вот оно уже в открытом виде. Такие выпуклые рисунки. Ну, площадь поглощения, конечно, увеличивается за счет этого. Всегда покупаю вот такие салфетки влажные. Они антибактериальные, беру их с собой везде. И всегда очищаю руки. Они антибактериальные, очень удобные и приятные. Приобрела вот такой контейнер. Он мне понравился тем, что он разделен вот на две части. Можно брать с собой, если берешь второй, это гарнир и что-то еще. Или фрукты какие-то взять разные, нарезанные. Или овощи, салат какой-то, или два вида салатов. Вот с такой крышкой. Пока еще и не использовала, но буду. Вот такой контейнер. Он уже объемом 2,3 литра. Ну, тоже использую, когда кастрюлю нужно освободить. Мало места в холодильнике. Компактно можно одну банку на другую ставить. Вот сюда перекладываю. И вот тут храню. Замечательно хранится. И тоже можно использовать в микроволновой печи. Вот.
такой контейнер. Вот такой контейнер. Если что-то небольшое, очень компактный, положил, очень мало места занимает он в холодильнике. Вот купила такие салфетки. Ну, что-то, правду сказать, они мне совсем не понравились. Вот я одну использовала. Они из целлюлозы. Якобы должны мыть все, но они... нет. Не советую, в общем, такие покупать. Вот такое полотенце, что приятно, что ХБ чистое, без добавления синтетики. Полотенце. Вот такие салфетки. Полотенце из вискозы. У меня есть точно такого же качества, только желтые. Я их покупала за 155 рублей. Но там их, конечно, побольше. Но мне они очень нравятся. Очень довольно долго можно ими пользоваться. В каком-то средстве их отполощешь, прополощешь, они опять чистые, новые. Отрываются очень легко. Но я не по одной всегда отрываю, по две, по три, чтобы была крупная тряпочка. Моя подруга вообще такими моет посуду. Я такими посуду не мою, а только протираю досуха что-либо. Вот. Для сухой и влажной уборки можно использовать с моющими средствами. Умное впитывающее свойство полотна полотенца. Вот. Bon Home. Люблю все из алоэ. И вот там купила вот такой увлажняющий крем от пересыхания для рук. Отличная вещь. Все из алоэ люблю. И вот поэтому купила там себе вот такое жидкое мыло из алоэ. Нежное, увлажняющее, бережно очищающее. Мягкий уход. Вот такое вот оно. Вестар. А это моющее средство для посуды. С ионами серебра. Гель-бальзам. Удаляет жир. И на 100% удаляет жир и смывается очень хорошо водой. И мягкий для кожи. Уже не раз беру. Мне очень нравится, особенно с ионами серебра. Ну, пожалуй, все на этом сегодня.